нужна цель. Он искал их везде и повсюду. В деревнях, в огородах, даже среди бродяг и нищих. Кем бы ни был человек, только бы веселый. Силантий привозил веселых людей в свое имение, строил для них отдельные домики, хорошо кормил, одевал. Со временем таких людей набралось много. Образовалась целая деревушка весельчаков. И Мякишев назвал ее Оторвановкой. Ни один угрюмый не укоренялся в ней. Силантий гнал таких в три шеи. Оставались все, как говорится. Оторви и выбрось, говорят, да? Кто на что гораст? Возьмутся анекдоты рассказывать. Ох! Живот смехом порвать можно. А начнут частушки петь, вообще обхохочися. Ругаться друг с другом свяжутся, и то оно смотришь, а смешно. Настоящий комедийный театр. Только не было сцены. Чудили прямо вот так вот на улице. За хорошим настроением Мякишев приезжал в Оторвановку по утрам. Смеялся он до изнеможения. Падал в тарантас и, хохоча, дрыгал ногами. Колотил кучера, чтобы тот побыстрее увозил его, пока он тут вообще не лопнул со смеху. А кучер сам еле-еле вожжи в руках держал. Получив веселую зарядку, Силантий несколько дней ходил улыбающийся, жизнерадостный. Шутил все, смеялся. А как только начинал чувствовать, что настроение у него хоть чуть-чуть ухудшается, опять он спешил в Оторвановку. Прожил Мякишев 146 лет. 146! Никогда не болел. Завидный организм был у него. Все-таки большое дело, наверное, сделали его утренние юмористические зарядки. Знакомьтесь, Мия, искусственный интеллект. Вот так вот прошло много лет. Но не забыты оторвановские комики. Рассказывают о них дедушки и бабушки своим внукам теперь и внучкам. Отцы и матери, сыновьям и дочерям. Все знают историю названия деревни Оторвановки. Хотели было переименовать ее, но новое название как-то не прижилось. Так вот и осталось старое – Оторвановка. Стоит она себе вся в садах,
Дома там сейчас высокие, красивые, под шифером и железом. Живут в Оторвановке свободные люди. Любят, ссорятся, мирятся и расходятся навсегда. Живет и среди них Никита Христофорович Моторин. В детстве Никита Моторин стрелял из самодельного поджигного нагана. Разорвалась трубка и выбила Никите правый глаз. С тех пор он стал носить черную повязку. Собирался вставить себе стеклянный глаз, но все как-то откладывал. А когда женился, то и вовсе махнул рукой. «А, нечего красоту наводить. И такой пойдет». Прошло много лет. Так и ходит Никита с черной повязкой. Недавно приехал в деревню ревизор, Бабунин. И по Оторвановке пронеслась весть, что у этого ревизора раньше была черная повязка на глазу. Точно такая же, как и у Никиты Христофорыча. А теперь он ревизор. Вставил себе стеклянный глаз и похорошел до неузнаваемости. Бабы с ума стали сходить по Бабунину. Моторин все около приезжего гостя крутился да и крутился. Всматривался в его лицо. Ловко ж сделали операцию. Сроду не отличишь, какой глаз у него настоящий, а какой поддельный. «Может, и Никите вставить?» — подумал Моторин и сказал вечером жене Анисье и дочери Ларисе. «Поеду я в город красоту наводить. Хватит мне с черной повязкой тут возиться». «Это чего вдруг, а?» — недоуменно поглядела на него Анисья. «Вовсе и не вдруг», — возразил Никита. 100 лет уже он собираюсь, никак не сберуся». Он улыбнулся и пошутил. «Вот как вставлю глаз, да как женюсь на молодой, все, женись, подвинься». «Ничего удивительного», — сказала Анисья. «В Глазовке тоже один чудак с ума сошел». Лег Моторин в больницу на операцию. Вышел оттуда посвежевший, веселый. Анисья приехала в город встречать его. С ее разрешения Никита выпил бутылку вермута и в ожидании поезда ходил по вокзалу в приподнятом настроении. А жена сидела в зале с вещами. Погода была солнечная. Деревья распустились, и в груди у Никиты словно цветок расцвел. «Хорошо!» Мимо прошла молодая женщина в брючном костюме. Моторину она показалась знакомой. «Неужели та самая?» Он постоял несколько секунд, потом устремился за женщиной, догнал ее, зашел вперед и глянул ей прямо в лицо. «Эня, обознался!» Незнакомка сердито посмотрела на Моторина, дернула плечами и убыстрила свои шаги. Та тоже была в штанах, тоже рыжая, с высоченной прической. Несколько лет прошло, от нее ни слуху, ни духу. Несколько лет назад зарезал Никита 3 волухов и поехал вместе с Анисией в город торговать мясом. После распродажи он вот так же ходил по вокзалу в ожидании поезда, а жена сидела в зале с вещами. Внимание Никиты привлекла толпа. Подошел, поинтересовался, в чем же там дело. Там плакала молодая женщина. У нее украли сумочку с деньгами, и платить за билет было нечем.
Ехать женщине далеко, куда-то на север. На этой станции у нее пересадка. Она так плакала, что у Никиты начало пощипывать где-то там в груди. Он хотел отойти от толпы, но не отошел. Пробрался ближе к плачущей женщине и спросил ее: «А сколько тебе надо, чтобы доехать, а?» Он уже и не помнит, какой она назвала сумму. Он отстегнул булавку от нагрудного кармана пинджака, достал деньги и сказал: «Бери, бери, родненькая, тут хватит тебе. Пришлешь долг по почте потом». Женщина взяла деньги, крепко сжала их в кулаке и оглянулась по сторонам, словно боялась, что кто-нибудь отнимет у нее эти деньги. Она торопливо записала адрес Никиты и убежала. Расходясь, люди переговаривались. «Видал, как чудак? Сунул первый встречный. Хей. А ты чё, думаешь, как? Вернёт она ему, а?» «По-моему, забудет». Вот такое говорили. Никита, наскрёв в кармане мелочь, долго смотрел на неё. «Нет денег. И это не деньги». Купил в буфете бутылку красного вина и выпил её за столиком. Закусил колбасой. Остановившись перед Анисией, смущенно развел руками. «Так произошло. Не ругайся». «Ты это о чем?» Непонимающе посмотрела на него жена и коснулась пальцем подбородка. «Еще поддал, да?» «Не в этом дело, понимаешь? И поддал, малеха, и отдал». «Ты вот что!» — Анисия нахмурилась. «Давай-ка сюда деньги. Нечего тебе шиковать». «А нету денег». Виновато улыбнулся ей Никита. «Ты только не ругайся, хорошо?» И он все ей рассказал. «Эх ты, простофиля ты, простофиля!» — покачала головой жена. «Да может, она аферистка какая. Может, тем она и занимается, что ищет вот таких вот дурачков, вот, как и ты». «Что-то не похоже она на аферистку», — возразил Никита. «А адрес она тебе свой оставила?» «Не, я только ей свой дал». «Да не боись ты, вернет. Где она денется?» Анисия вздохнула. Опять осуждающе покачала головой. «Ну, жди, жди. Дождешься. У тебя хоть на газировку-то осталось? Пить что-то захотелось». Никита пошарил по карманам и обрадовался, что нашел там 3 копейки. «Господи, хорошо, что хоть билеты взяли», — прошептала жена. «Чтоб я еще когда-нибудь доверила тебе деньги? Хе, ни копейки». Всю дорогу она ругала Никиту, а, приехав домой, в сердцах пожаловалась соседке на мужа. И пошли по деревне анекдоты про то, как Никита ездил на базар мясо продавать. Как отдал все свои деньги одной симпатичной женщине за 3 поцелуя. Много сочиняли про Никиту. Много небылиц доходило и до него. Рассказывали, будто шел он однажды мимо пруда. Из кустов вышел голый Пашка Нукаев. Голый галешник. День был жаркий. Искупался Пашка. Вылез на берег. Ни рубахи нет, ни штанов. Одни брезентовые тапочки лежат и соломенная шляпа. Подшутил кто-то. Остановил Нукаев Никиту и говорит ему: «Одолжи, Христофорыч, штаны, а? Я домой за одеждой схожу,
и верну. Никита без разговоров снял штаны с рубахой и отдал Пашке. А сам стоит без всего. Трусы утром не надел, чтобы попрохладнее было. Вентиляция, как он говорит. «Иди», — сказал он Нукаю, — «а я искупаюсь пока». Купался вот так Никита до самого вечера. Пашка так и не пришел к пруду. Вот уже и темнеть начало. А делать нечего. Надел Никита Пашкины тапки и шляпу и, прикрываясь ладонями, побежал домой. Наткнулся он на баб. Ой, те визг такой подняли, кто куда разбежались. Заявился Никита домой, а жена на него в рукопашную. «Это где ты штаны с рубахой оставил? Ты где был? А ну, признавайся!» Никита так и не дознался, кто сочинил такое. Грешил на Пашку Нукаева. Хотел поругать его за брехню. Но тот побожился, что ничего подобного он не сочинял. Никита ему поверил. Ходил Моторин по вокзалу, увлеченный своими мыслями. Мыслями. И даже забыл, где он вообще находится. Анекдоты. Плевал Никита на них. Язык без костей. Им что хоть сказать можно. Правда, теперь уже меньше сочиняют. Я первое время, что ни день, то новый анекдот. Мужики и бабы заспрашивались тогда, прислала или нет ему долг та женщина. С подвохом спрашивали. Никита никогда не злился. Ответит себе спокойненько и шагом марш по своим делам. У продовольственного магазина Моторин вспомнил, что скоро придет его поезд. Надо успеть еще одну бутылочку вермута хлопнуть. Дорогу перебежала черная кошка. Никита хоп, остановился. «Откуда это она взялась такая, а? Смотри, какая, прошмыгнула у самых ног. О, не к добру это. Кабы что ни случилось, а? Надо завязать это на узелок себе. И ничего плохого не произойдет. А где завязать-то, а?» Моторин подумал, вытащил конец брючного ремня, затянул на нем узел и, прикрыв его пиджаком, смело пошел вперед. В магазине Никита распахнул пинджак, нашел в правом рукаве потайной карманчик, вынул из него трешницу и направился к винному отделу. Об этом карманчике Анисия не знает. Никита сам его пришил. Заначка что надо. Ни одна баба не догадается. Опорожнил в пивном баре бутылку вермута. Только вышел, а навстречу ему кошка. Опять у самых ног прошмыгнула. На этот раз уже дымчатая. Все равно не к добру-то это все. Моторин остановился, матюкнулся вслух, отошел к мусорнице и затянул на ремне еще один узел. Войдя в зал ожидания, он долго крутился перед зеркальной стеной, рассматривая свое лицо. Ага, глаз шо надо, как настоящий, даже лучше, чем у этого. Ревизора Бабунина. После возвращения Никиты из больницы оторвановские бабы, хихикая, начали поговаривать, что он вставил себе стеклянный глаз. Это неспроста он ставил себе глаз-то этот. С детства с черной повязкой ходил, а то он вдруг красоту навел. К чему бы это?
Знамо дело. Влюбился Никита на старости лет. В молодую-то. Вот и нахорошился. А кое-кто поговаривал, что Моторин встречается в городе с той самой женщиной, которой он подарил все свои деньги. И что скоро с Анисьей у него дело дойдет до развода. Такие вот разговоры доходили до Никиты. А он все махал рукой. Тьфу, а пусть народ побавляется. Вечерами стал ходить даже в клуб. Сегодня опять собрался туда. Снял старую одежду, умылся, причесался и шутливо спросил Анисью. Под ручку пойдем, али как? Не позорься, я с тобой, отмахнулась она. Надо будет, я и без тебя дорогу найду. Не позорилась, возмутился Моторин. Да если хочешь знать, любая молодая баба почтет за честь пройтись со мной под ручку. А ты не позорилась, говоришь. А, смотри, проспишь еще своего Никитку. Народ не зря болтает тут про мою красоту. Помолодел я после операции. Видишь, как похорошел. Какой глаз алмаз мне ставили. Красавец. Один глаз на Сасова, второй на Алгасова. От зависти мои глаза похабишь. На самом деле они хорошие и глядят. Не как ты говоришь, а в одну сторону. Прямо, как по рельсам. И вставленный глядит? Спросила жена. Конечно, ответил муж. Не для того я его вставлял, чтобы он у меня лодыря гонял-то, а? Никита помолчал немного, надел рубашку и добавил. Знаешь что? Хоть навязывайся, хоть не навязывайся. А в кино нынче я тебя опять с собой не возьму. Все, я передумал. Один пойду. Иди, иди. Дошатаешься. Дверь ночью не открою. Ну и пожалуйста, не открывай. Я утром приду. По крайней мере, оправдание будет у меня. Почему у Молодки ночевал? Никита вытащил из шифонера недавно купленный костюм, в котором еще ни разу не показывался на люди. Снял с вешалки пинджак, бережно положил его на диван и, поглядывая на старую одежду, начал трясти новые брюки, приговаривая при этом. «Новая новинка, старая каравинка. Тебе тонеть, а мне толстеть, здороветь, хорошеть». И произнес так три раза. Надев брюки, он стал трясти пиджак. «Новая новинка, старая каравинка. Тебе носиться, мне любиться. Ни с кем не ругаться, с милой целоваться». Никита верил в примету. Если произнесешь такую приговорку перед ношением какой-то новой вещи, и любовь будет у тебя, и здоровье, и силушка прибавится, и красотой Бог не обидит. Крепость и красота – вещи обязательно перейдут к человеку. А Анисия рассмеялась. «Жених!» – сказала она и хлопнула Никиту ладонью по мягкому месту. «Скоро песок он посыплется, а все бы тебе обниматься да и целоваться в мозгах твоих куриных». Моторин потер ушиб, поморщился. «Ты, Энта, знай, где можно хлопать-то, а? Примета такая есть. Забыла, что ли? Если хлопает по ентому месту, никто меня любить не будет. И целовать тоже. Ты, Энта, стряхни-то, а? Возьми тремя пальцами штаны на том месте и дерни три раза. Три раза, слышь? Будет считаться, что ты страхнула свой хлопок. Будет считаться, что ты и не хлопала вовсе. Ну, давай, стряхну. Давай.
Иди сюда. Анисья заулыбалась, приближаясь к Никите, а когда он доверчиво повернулся к ней спиной, согнала с лица улыбку, размахнулась и изо всех сил как влепила ему хлопок по тому же месту. Вот тебе, чтоб не женишился ты. Вот так вот, будешь знать у меня. Моторин отскочил к тумбочке. Лицо его вспыхнуло. Одной рукой он почесывался, второй грозил, метаясь из стороны в сторону. «Ух ты, деда-мать! Ёкарный Маклай! Когда мы тебе вот так вот улетишь у меня? Жена называется еще!» «Ладно, не ценишь мужа, не надо. Найдутся у меня ценители и помоложе. Найдутся. Придет время, рада будешь, будешь локти кусать. Да они будут короткими, не достанешь. Ишь ты, расхлопалась по заднице-то. Как дам тебе вот так вот?» Анисья поняла, что чуток переборщила с этим хлопком. Надо было потише, а она и не рассчитала. Муж не на шутку разозлился. Как бы в горячах не вздумал расквитаться с ней. Лучше уйти сейчас от греха подальше. И она ушла на кухню. Моторин сел на диван. Несколько секунд сидел в раздумьях, оглядывая комнату. Потом встал, поправил брючный ремень, достал из серванта флакон одеколона и вылил его в пульверизатор. Прошел на кухню, где Анисья чистила сковородку и демонстративно начал прыскать на себя из этого пульверизатора одеколоном, бормоча при этом. «О, о, вот мы как! Вот так вот! Вот так вот! Вот оно!» Никита сбегал в комнату за зеркальцем, поставил его на стол к стене, осмотрел свое лицо, потрогал нос, уши, глаз. Еще раз причесался, оглянулся на жену и опять поправил брючный ремень, надел фуражку на бикрень и пошел себе в клуб, тихонько напевая. «Гулял я с ней 4 года, на 5-й я ей изменил. Однажды в студеную пору я зуб коренной простудил». Жена вздохнула и покачала головой. «Не зря говорят, чем человек не старей, тем чудней». После кино Моторин домой не спешил. Садился на скамейку поближе к женщинам, заговаривал с ними, угощал их семечками. Однажды молодая вдова Лапшова ради шутки пригласила его на дамский танец. Никита ради шутки пошел с ней танцевать. С тех пор-то он и пригласит ее, то она его. Вот так вот. Услышала про то Анисья. Пошла удостовериться, увидеть это все своими собственными глазами. В клубе она появилась в самый разгар танцев. Никита и вдова Лапшова в это время кружились в вальсе. Лапшова пышная, румяная, глаза озорные, а Никита под хмельком раскрасневся. Из-под фуражки выглядывала седая челка, но танцевал как молодой. Ничего не сказала ему Анисья, ушла домой одна. После этого вечера Моторин не обнаружил на обычном месте свою чистую одежду. «Слухай, а куды это мои все костюмы-то подевались, да? Как провалились. Ну тут все равно лежали, а теперь их нету. Где же не а, а?» Спросил он жену. «Куда надо, туда и провалились», ответила она ему. «Не будет тебе новых костюмов». «Ах, вон оно что!» С усмешкой протянул Никита.
А в чем прикажешь мне в клуб ходить, а? В рубахе с рваными локтями пойдешь, в штанах с залатанным задом и в брезентовых тапках. Вот так, сказала Анисия, отвернулась к печке, начала подкладывать под таган дрова. Ага, значит так, ты хочешь пресечь? Присесть хочешь меня вот этим всем своим этим вот этим, да? Моторин оглядел себя. Одет он в рабочую одежду. И у нее были как раз те самые изъяны, о которых сказала вот сейчас вот жена. Знаешь что? А ничего у тебя не выйдет. Не пресечешь. Я и разувши в кино пойду. Да иди хоть голый. Тебе не привыкать. Хорошего костюма больше у меня не получишь. И Никита стал ходить в клуб в рабочей одежде. Вдову Лапшову приглашали на танцы молодые мужчины, и ее шуткам с Моториным постепенно пришел конец. Анисия не замедлила подтрунить над мужем. «Че это же вы, а? Характерами, что ли, не сошлись, а?» Никита не растерялся и ответил. Фигура мне Лапшихина что-то это разар нравилась. Стройнее и вдовушки там тоже есть. Да и получше ее будут. Жена засмеялась. Эх, чертушка, все бы ты молодился. Конец первой части. Слушайте также и другие части. По ссылке в описании, там есть плейлист, все мои. А как-то Моторин заметил, что дочь его Лариска здорово так пополнела. Приглядывался Никита к ней недели две. И, поняв, в чем дело, не выдержал и спросил. Ну, шо, дочка, скоро нам с матерью к свадьбе твоей готовиться, что ли? С чего ты взял, пап? Смутилась она. Я и не думаю замуж выходить. Не думаешь? А вот это вот что? И показал он на выпуклый живот дочери. Как прикажешь понимать? Лариса покраснела и растерянно отметила. Все равно не собираюсь замуж. Моторин грохнул кулаком по столу. Выпору тебя в деда-мать. Жалуйся тогда. Анисия заслонила собой дочь, вытянула руки. «Не очень расходись, не очень. Я тебя выпарю. Мы тебя самого выпарим. Не лезь куда не надо. И без тебя разберемся». Никита опять грохнул кулаком по столу. «Что же это такое-то, а? Бабы вверх забирают. Слова даже нельзя сказать. Заступница мне нашлась. Как дам тебе вот так вот, улетишь у меня туда-то. Я тебе дам. Я тебе так дам, другой раз дать не захочешь. Не собираю дома курагод. Бригадир вон остановился, на окно, смотри, поглядывает. А ну, охолони. Моторин походил по комнате, остановился, закурил. Успокоившись немного, он сказал, уткнувшись в подушку Ларисе. «Ты скажи мне, кто этот лавкач-то, а? Я ему все шопли выбью». «Не скажу я, папа», — отозвалась дочь. «Дурочка ты! Потолкую я с ним по-мужицки, и женится он на тебе». «Ничего не надо делать. Я сама. Одна буду воспитывать ребенка. Так надо. Прошу, не пытай меня». Лариса всхлипнула, поперхнулась, замолчала. Отец подошел к ней и погладил по голове. «Ладно, не буду больше спрашивать тебя про это. Ну, не плачь ты, ну, доча, ну. Живи как хочешь. Своя голова на плечах есть. Ну».
и Никита оставил дочь в покое. А по деревне нехорошие разговоры пошли про Лариску-то. Все гадали, от кого же она забеременела. Ни с кем не встречалась, а живот растет. То на одного парня грешили, то на другого. Никита чересчур часто стал попивать. А дурманится самогонкой у бабки Опроськи. Придет в клуб и просит гармониста. «Будь другом, слышь, врежь на мне матаню!» И гармонист заиграл. А Никита плясал в кругу молодежи и пел. «Ах, матаня ты, матаня, давай помотаемся. Ты за мой нос, а я за твой. Давай похватаемся». Кругом все смеялись, шумели. «Вот глянь на него-то, как он с новым глазом-то, а? Во как, артист!» А Никита себе все продолжал. «Ах, метель, метелица, наш бык не телится, ему тоже не хочется сбоку на бок ворочаться. Тры-тыры-пы-ты-тры-тыры-ты-тыры». Озорники подзадоривали плясуна. «Вмажь с картинками, Никит Христофорович, а? Не смущайся ты, да вмажь!» Моторин пел частушки с картинками на мотив матани. Девушки и женщины визжали от таких частушек, затыкали уши, мужчины и парни хохотали. Зав клубом Федька Чибис выводил пьяного на свежий воздух и уговаривал. «Да кончай ты, дядь Никит, да ну тебе, всех вон пересмешил. Не стыдно? Он чё вытворяешь-то? Похабщину несёшь. Иди домой, может. Ну, я тебя провожу вон до того кустика. Дома уже попляшешь. Ну, дядь Никит». Федька Чибис провожал Моторина до куста сирени и возвращался. А через несколько минут Никита опять появлялся в клубе и начинал приставать к гармонисту. «Ты меня уважаешь? Ну, будь другом, а?» Слышался сразу же гонор. «Матаня вернулся! Матаня! Сходите за Анисей, она ему вставит перо!» Приходила Анисья, подбирала потерянные мужем брезентовые тапочки и гнала его домой, бронясь и шлепая его тапками по спине. И прилипло вот так вот к Никите прозвище Матаня. По утрам жена ругала его. «Уж, басурман старый, совсем уже опохабился. В молодости не озоровал-то, а? А сейчас он как взялся. Со стыда пропадешь. Ты мне только попробуй еще раз в клуб зайди. Он тебе председатель-то. Зайдет, загремишь мне в милицию, будешь знать, как хулиганить». «Береги себя». Но такие угрозы на Моторина не действовали. И он продолжал себе все вечерами отплясывать в клубе матаню, припевая частушки с картинками. Председатель колхоза Подшивалов пришел к нему в кладовую и заявил: «Если не бросишь пьянствовать, попру из кладовщиков, знай». На это Никита ему сказал: «Я пью в нерабочее время. Колхозное добро берегу, не ворую, ясно тебе? Обязанности все свои выполняю. Не имеешь права выгонять». «Нет, имею. В клубе вечерами хулиганишь? Хулиганишь. Какой пример подаешь молодежи? Мне такой кладовщик не нужен. В милицию захотел? Могу удружить.
Не пугайте меня так, председатель. Ты мне в сыновья годится. А разговариваешь он со мной, будто со своим сыном. Не допускай, чтобы с тобой так разговаривали. Ясно тебе? Не доводи до этого. Подшивалов помолчал и заговорил немного мягче. Что с тобой творится, Никита Христофорович? А? Ну, в молодости, говорят, ты ж не хулиганил. А сейчас как взялся-то, а? Может, из-за Лариски так расстраиваешься? Зря. От этого легче не станет. Поверь. Ты мне Лариску не трогай, прервал председателя Моторин. Не дурнее она других. Не пропадет. Да я и не говорю, что пропадет. Тебе помочь хочу. Не пей ты так часто. Не сквернословь. А я присмотрю за нашими ребятками. Да знаюсь, кто Лариску так обманул. Может, и женим их тогда. А? Я и без твоей помощи дознаюсь. И сам смогу, сказал Никита. Я ему в деда-мать сапатку на бок сверну. Ни одна девка не глянет на него. Всю его переломаю. Ну, ты тоже. Сапатку на бок. За это знаешь, что бывает? С дури бугаи и рога ломают. Выбрось ты это из головы. Не дури, Христофорович. Как-то раз в правлении колхоза молоковоз Батюня рассказал мужчинам про хитрую женщину, которая согрешила с кем-то и пыталась навязаться в жены парню. А тот парень тоже оказался неглупым и обвел хитрушку вокруг пальца. Кто-то возразил рассказчику. «Да набрехал ты все! Не бывает так! Анекдот это, а не случай!» «Да сам ты анекдот!» – защищался Батюня. «Да было такое, говорю ж тебе. Не со мной, конечно, но было». «Ну, бывает, все бывает». За примером ходить далеко не надо. У Лариски Моторины живот как на дрожжах подходит. Так она, Лариска, любого рада сейчас окрутить. Да нет у нас дураков. Замусолили девку. Буквально за несколько секунд до последних слов в правление вошел Никита Моторин. Время было вечернее. Он только что выпил у бабки опроски самогонки и собирался после правления зайти к ней еще. Мужчины увлеклись Батюниными рассказами, и не все обратили внимание на приход Никиты. Батюня не видел его, а когда увидел, было уже поздно. Моторин сцапал Батюню, как коршун цыпленка, стукнул его о стену и выпихнул в полуоткрытое окно. Зазвенели стекла. Мужики оттеснили Никиту к кабинету председателя. Моторин махнул кулаками, очищая себе дорогу. К выходу начал бить уже всех подряд. Его повалили, связали руки через сидельником. Ноги спутали обрывком веревки. Но до этого Никита успел вышибить дверь председательского кабинета. Повалил сейф с документами и кое-кому расквасил носы. Он лежал на полу молча. Отдышался и подал голос. «Развяжите, демоны!» Мужчины посоветовались, решили не развязывать. На всякий случай. «Кому ж сказал?» — припугнул Моторин. «Когда мы так вот улетите у меня тут все?» «Не угрожай, Христофорыч», — сказал зоотехник прицепов. «Лежи смирно. До председателя не развяжем.
Прибежал председатель, всплеснул руками, глядя на весь этот беспорядок в правлении. И с тревогой спросил мужчин. «Батюня живой?» «Живой», — ответили ему. «Лицо только стеклом порезал и кое-где ушибы». «Чуть правление не разнес», — сказал Подшивалов, подходя ближе к Никите. «Сбесился бугай. Говорил тебе, поменьше лохчи ту самогонку-ту. Трезвый, самый спокойный мужик в Оторвановке, а пьяный он какой хулиган. Припаяют теперь тебе года три. Вот будешь знать тогда». Но в тюрьму Никиту не посадили. Отделался 15 сутками ареста. Отбыв наказание, Моторин долго ходил угрюмый, молчаливый. Однако после того, как Лариса родила Алешку, он вдруг повеселел. То и дело брал маленького на руки и говорил Анисье. «Гляди-ка, мать, какой бутуз у нас-то растет, а? Весь нас, моторных!» Последнее время Никита стал примечать, что Лариса каждое утро в одно и то же время берет Алешку, подходит с ним к одному и тому же окну и чего-то ждет. А сегодня она кому-то испуганно замахала рукой, когда Никита скрипнул дверью комнаты. Впечатление такое, будто Лариса показывала в окно Алешку, а потом испугалась скрипа и торопливо дала знак, дескать, уходи скорей. Моторин сделал вид, что ничего не заметил. Вернулся на кухню, глянул в окно и увидел там комбайнера Сергея Пахарева. Кроме него на улице никого не было. Выходит, она показывала Алешку Сергею. Но что за надобность такая? А что если... Да не, чепуха какая-то в голову лезет одна. Пахарев же на 10 лет старше Ларисы. И семья у него, жена и дочка. Тьфу ты, показалось Никите. А может и не показалось, а? Ведь не секрет, что жена Сергея на глазах тает. И ей давно не до любви. Не секрет. Мужик есть мужик. Затасковал без бабьей ласки. Но Лариса тут ни при чем. Не будет она с женатым канителиться-то, а? А вдруг, а? Моторин вздохнул. Ладно, поживем, увидим, понаблюдаем. Не он будет Никита, если не распутает эту запутанную историю. Моторин сидел на чубачке, чинил сбрую и мысленно ругал себя за драку в правлении колхоза. Сроду не дебоширил он никогда. А тут на тебе, вспыхнул, разгорелся. Хорошо, что всего на 15 суток-то дали. Обошлось-то. Легким испугом отделался, сказать. Могло быть и хуже, гораздо хуже. Из кладовщиков кшикнули. Подшивалов отстранил его от этой должности вскоре после отсидки в милиции. Так прямо и заявил. «Не могу, — говорит Никита Христофорович, — оставить тебя кладовщиком. Хотя и не расхититель ты. Иди в сбруйщики. Самая работа для хулигана». Обидно, конечно, но пошел Никита в сбруйщики. Свободного времени хоть отбавляй. Утром сбрую выдашь, вечером примешь. А с утра до вечера куда время девать-то?
Не может Никита без дела слоняться. Сказал об этом Подшивалову. А тот только улыбается. Ничего, Моторин. Это тебе своего рода общественное наказание. Будешь знать, как хулиганить. Дверной проем с Бруйной кто-то заслонил. Никита поднял голову и увидел молоковоза Батюню, который в растерянности оглядывался по сторонам и молчал. «Тебе чего?» — нахмурился Моторин. «Да это...» — засуетился вошедший. «Уздечка вот оборвалась, стерва. Это сама... другую бы...» «Уздечка, стерва!» — недовольно пробормотал Никита. «Какая жена, стерва? Ругаться и то как следует не умеешь. Напрасно только городить, мастер. Это я знаю». «Да пребудет с тобой свет». «Да ведь нечаянно я тогда сочинил-то. Не хотел, но получилось. Нечистый надоумил. Давай мириться, Никит Христофорович, а? Не век же нам дуться друг на друга. Ты меня вон как в окно-то, как в футбол выкинул. Но я ничего, а с кем не бывает. Давай мириться. Чего там, с кем не бывает?» Моторин засопел. Усиленно начал ковырять шилом хомут.